Возможности скидки. Следующему курсу вам дается скидка в 15%, а это 4,5 миллиона сумм. И с диплом ВЭСТа, наверное, берут везде. Когда у них на столе стоят дипломы, и они сперва рассматривают те резюме, где есть диплом Вестминстера. Так что да, студенты Вестминстера, они всегда находятся выше, когда их принимают на работу. I think Westminster has the coolest social environment and social life rather than the other universities in Tashkent. And if you come here, you just don't want to go home. All the time you want to hang out here, have a lot of friends, have fun. Just join us, be one of us. На самом деле, Вест — это очень крутое место. Я бы сказал, это лучший университет в нашей стране. По социальной жизни — так точно. Здесь собраны самые лучшие люди нашей страны, самая просвещенная молодежь. Несомненно, он крутой, потому что здесь учиться очень весело и круто. Ребят, поступайте в Вест для того, чтобы вкусно покушать. И не только покушать, но и посидеть на халявном вайфайчике. Давай, торопись, братан. Короче, тебе сюда надо. Конкретно тебе сюда надо поступить. Ребята, всем привет! Меня зовут Анастейша, я являюсь студенткой Международного университета Вестминстер, и добро пожаловать ко мне на канал. Знаете, мне часто задают вопросы про Вестминстер, о том, как сюда поступать, какие экзамены, какие баллы требуются, и вообще, каково быть студентом Вестминстера. И сегодня я и мои друзья ответим на все ваши вопросы. Если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и ждите больше таких видео. Итак, мы начинаем. И первый вопрос. Сколько баллов понадобится при поступлении в Вестминстер? Для поступления в наш университет проходной балл от 40%, но если вы хотите поступить на бюджет, то вам нужно набрать минимум 90. Большое спасибо. И следующий вопрос. Это какова контрактная сумма обучения в Вестминстере? Контрактная сумма в Вестминстере составляет почти 30 миллионов сумм. Также есть возможность скидки, то есть если вы закрываете семестр более чем на 70 баллов, а в случае первого курса более чем на 60, то к следующему курсу вам дается скидка в 15%, а это 4,5 миллиона сумм. Переходим к третьему вопросу, и на него ответит лидер вокального клуба и лидер клуба миллиардеров. Итак, третий вопрос. Какие факультеты очень развиты в Вести по сравнению с другими? Ну, что я могу сказать? Нету такого определенного факультета, как ты сказала, который развит сильно. Они все одинаково крутые. На самом деле, просто нужно перед собой, перед тем, как выбирать факультет, а это делается на втором курсе, на первом вы не выбираете факультет, нужно перед собой думать, а куда вы пойдете работать, сразу представить. Если плюс-минус вы понимаете, что выбрав определенный факультет, вы сможете потом продолжить работу в будущем, там, где вы представляете, то вы на правильном пути. Хорошо, спасибо. What about you? Well, at Westminster we got schools, and we have the School of Business and Economics, and the next one is the School of Law, and I think they are comparatively more developed and better than the other faculties compared to other institutions and universities in Uzbekistan. Thank you so much. Итак, следующий вопрос – это после окончания Веста на какие работы лучше сдавать? Опять-таки, с диплом Веста, наверное, берут везде. И самое главное, чему вас обучают, это self-study. То есть учителя откровенно говорят, что, возможно, та информация, те знания, которые мы вам даем сейчас, они, возможно, вам не пригодятся в будущем, но зато мы вам даем самый главный навык – это самообучаемость. То есть вы будете очень flexible, вы сможете подстроиться под любой environment. Извините, что я добавляю английские слова. Westminster, как-никак. И еще вам дают ораторское искусство, то есть вы умеете презентовать себя и умеете, не боитесь говорить перед людьми. Это тоже играет очень большую роль в современном мире. Большое спасибо, это действительно так. It's my personal opinion.
Since we are studying at international university and we are receiving international like diploma, it's better to work in international companies or private sector rather than the governmental. And if you can, you can go abroad to work too. That would be better. And the last but not the least question is, is it possible to work with the diploma of Westminster in Uzbekistan? Because many people think that it's actually impossible. Знаете, многие люди говорят то, что спрашивают, возможно ли работать с нашим дипломом в Узбекистане, не только за рубежом. Да, конечно. Мне говорили работодатели, даже те, кто принимает на работу, что когда у них на столе стоят дипломы, и они сперва рассматривают те резюме, где есть диплом Вестминстера, так что да, студенты Вестминстера, они всегда находятся выше, когда их принимают на работу. Спасибо. Of course, you can work not only in Uzbekistan, you can work anywhere since you are having international diploma. And in Uzbekistan also, even in governmental places, you can work with our Westminster diploma. That's really fine. Don't worry about this. Just come to White, get success. All right, thank you so much for your very informative answers. Thank you. Следующий очень важный вопрос, особенно если вы хотите поступить в Вестминстер. И звучит он так. Отличаются ли материалы от школьных программ при поступлении в Вестминстер? И этот вопрос действительно очень важный, потому что многие школьники об этом еще не знают. Ну, в принципе, математика никак не отличается, только отличается тем, что она на английском. Если у вас хорошая база по математике со школьных времен, то за 2 месяца можно подготовить математику на английском, чтобы поступить в West. И в дальнейшем вам будет легче. Также помимо математики требуется сертификат IELTS с баллами 6 и 0. Вопрос, это имеются ли какие-то расходы помимо контракта при обучении в Вестминстере? Нет, никакого расхода не имеется, только контракт у нас есть и все. И буфета, когда вы ходите кушать, только вы за это платите и все. Ну и также в случае, если вы приехали из каких-то регионов, нужно будет оплатить за общежитие. А так, использование спортзала и других заведений в Вестминстере, все бесплатно. Спасибо. И следующий не менее важный вопрос, это как оцениваются студенты за семестр во время учебы в Вестминстере? Сначала здравствуйте всем. И за семестр в Вестминстере ученики оцениваются в конце семестра. Это примерно бывает спустя 3-4 месяца учебы. И там бывают разные работы, например, есть и индивидуальные, и есть тесты. В индивидуальных работах можно принести, в пример, там, курсовые работы или презентацию групповую или одиночную. И спасибо, Настя. И мы переходим к одному из самых важных вопросов, и это крутой ли West? Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что не то слово West — крутое место, потому что оно меня поменяло и, конечно же, в лучшую сторону. Well, I think Westminster has the coolest social environment and social life rather than the other universities in Tashkent. And if you come here, you just don't want to go home. All the time you want to hang out here, have a lot of friends, have fun. Just join us, be one of us. Просто, ребята, как вам обучение в Вестминстере? Вообще, крутой ли West? Честно отвечать? Конечно. На самом деле, West — это очень крутое место. Я бы сказал, это лучший университет в нашей стране. По социальной жизни так точно. Здесь собраны самые лучшие люди нашей страны, самая просвещенная молодежь. То есть, поступая сюда, ты попадаешь в божественное окружение. West стоит того, чтобы сюда поступать. West стоит того, чтобы тут учиться. Поступайте в West. West.
Несомненно, он крутой, потому что здесь учиться очень весело и круто. Если у вас есть какое-то хобби, вы можете здесь продолжить его. Например, у нас здесь очень развита социальная жизнь, а также есть много клубов, куда вы можете присоединиться. А также вы можете расширить свой кругозор и найти много новых клевых друзей. Определенно, да. Особенно наша столовая. Ребят, поступайте в ЭС для того, чтобы вкусно покушать. И не только покушать, но и посидеть на халявном вайфайчике. Так, следующий вопрос. Это как вам учеба в Вестминстере? Вот мы поступили сюда уже сколько, полгода учимся вообще? Как учеба? Крутой ли Вестминстер? Блин, такой нормальный вопрос. Конечно, крутой, конечно. Я хочу рассказать вам очень интересную информацию про Вестминстер. Здесь вот про спорт и развлечения. Что ты снимаешь? Не, стоп, не надо вырубить. Оператор, что ты ржешь? Короче, вот даже вот оператор ржет. Вот. У нас здесь вот есть две футбольные, две баскетбольные площадки. Кроме футбола и баскетбола есть вот теннисная площадка и тренажерный зал, прикинь. Давай, торопись, братан. Короче, тебе сюда надо. Конкретно тебе сюда надо поступить мне. Попрос. Можно за... Ой, что это? И баллы понадобятся при поступлении в Вестминстер. Да, Вестминстер. Что вы делаете?